Один из участников нашего вечера – это брат Александр Янцевич. Хотел бы, чтобы вы поприветствовали, потому что он прилетел с Массачусетса. Он участник многих творческих вечеров, многих музыкальных вечеров. И он сегодня у нас в гостях. Я знаю, что он будет радовать нас своим пением. И потому что я, когда смотрю на него, вы знаете, меня просто как-то тоже думаешь, ну, я тоже верующий. Пусть Бог благословит тебя, Саша. Спасибо большое. Просто очень приятно быть на этом месте. Я приветствую каждого из вас и хочу поздравить с этим праздником Рождества Христова. Действительно, это чувствуется здесь рядом. И вы знаете, в последнее время, если вы заметили, да, это слово, это понятие пытаются убрать из обихода, чтобы поколение вообще не знало, что такое Рождество. Особенно в Америке для тех, кто живет, да, мы понимаем, о чем речь. Happy Holidays. Not Merry Christmas anymore. Happy Holidays. Я смотрел один мультфильм, вот мой ребенок смотрит мультфильм, такой нравоучительный, хороший, но в одной из последних серий они показали следующее, что у кого-то кванза, а у кого-то еще что-то, и вообще все сводится к еде, что в этот день одни кушают такую еду, вторые такую, а третья еще какую-то еду. Вы знаете, какое у меня большое искушение, я это сделаю обязательно, потому что, в принципе-то, это не искушение, это от Бога приходит ко мне. Приветствовать их не Happy Holidays, а Merry Jesus Birthday. Меня даже сегодня не устраивает Merry Christmas, потому что для них это всего лишь два слова, словосочетание. Но это намного глубже. Христос родился нам. Сын дан нам. Аллилуйя! Для нашей радости. Как сегодня говорили, чтобы мы воскресли в Нем. И мне недостаточно сказать Happy Holidays. Я уважаю всех. Белых, черных, красных, фиолетовых. Не будем продолжать дальше цвета. Хотя они тоже нуждаются во спасении, я вам хочу сказать. Но меня больше волнует то, чтобы действительно люди знали, что к чему. Что это не просто подарочки, хорошие, красивые. Подарки не возвращают, не дают тебе взаимность. Они не возвращают тебе ничего. А Иисус возвращает. Вы знаете, 15 лет назад я был спасен. Аллилуйя. И с тех пор, как сестра из Кливленда сказала, радость не оставляет меня. Вы что хотите со мной делаете? Вы можете меня в клетку посадить, я буду там танцевать. Вы можете еще что-то со мной делать. Я буду радоваться пред Господом. Знаете почему? Потому что я был мертв, но я ожил. Аллилуйя! Те, кто знает, что такое духовная смерть, и знает, что такое духовная жизнь, жизнь, которая, как написано, что вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с Богом – это жизнь с избытком. И моя первая песня – она именно об этом, о блудном сыне. И вы знаете, я хочу сказать, что блудный сын – это не тот, который еще где-то может быть не знающий Бога. Если внимательно посмотреть на притчу, то он уже будучи с ним. И вы знаете, сколько сегодня блудных сыновей? Мы называем их DVR, да? Дети верующих родителей. Друзья мои, если сегодня на этом месте есть люди, которые не знают Бога, никогда не слышали о Нем. Или те, которые слышали, но по каким-то причинам вам кажется, что церковь недостаточно соответствует каким-то требованиям о вашем. Я хочу обратить ваше внимание на то, что есть один пример, и на него нужно смотреть. Это тот, который родился в мир. Иисус Христос. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Спасибо тебе за то, что ты воздал ему аплодисменты, за то, что ты воздал ему славу. Знаешь, я радуюсь тому, что я жил в Господе. Я радуюсь тому, что Он делает для меня на протяжении всех этих 15 лет. Я радуюсь и торжествую. Когда-то в моем сердце было желание ездить и рассказывать о чем-то положительном, когда я не знал Бога. Знаете, что я делал? Я брал баночку от дезодоранта, становился перед трильяжом. Люди более старшего возраста знают, что это такое. Зеркало такое, да, в котором можно себя видеть с трех сторон. Это была моя аудитория. И я пел. Мне хотелось так донести людям хорошее, чтобы не было зла, чтобы не было ненависти, чтобы не было безразличия, равнодушия. И однажды меня встретил Господь. Это произошло 15 лет назад. Мне было 17,5 лет, молодой парень. Когда я
познал Господа, влюбился в Него. Знаете, мои сверстники, они крутили у виска и говорили: послушай, ты еще такой молодой, такой энергичный, ты столько бы мог бы сделать, а ты уже умер. Умер для греха. И то, что Бог сделал в моей жизни, я не жалею ни об одном дне. Ни об одном дне. Знаете, к сожалению, у многих из них, может быть, нету в живых. У многих из них разбитые судьбы. Кто-то из них покончил жизнь самоубийством. Кто-то из них алкоголик. Кто-то из них наркоман. Кто-то из них так и не смог построить ничего в своей жизни, в семье. Господь дал мне чудесную жену. Мы женаты 9,5 лет. У меня есть 2 дочери. У нас есть служение. И я сегодня стою перед такой аудиторией. Разве это не Бог? Аллилуйя. То, что было в сердце, заложено Богом, стало реальностью. В твоей жизни что-то тоже заложено. Может быть, ты еще не знаешь. Может быть, ты сегодня не один из тех, кто сегодня был здесь. Может быть, ты еще не танцуешь, не поешь. И что-то еще не делаешь. Ты, может быть, еще сомневаешься. Бог определил для тебя судьбу. Он пришел в этот мир, чтобы дать тебе судьбу. Просто будь искренним с Богом, и ты увидишь, как Бог будет поднимать тебя. Просто в тот момент, когда вы не ожидаете, это все произойдет. Знаете, порой нам кажется, что мы как бы к чему-то готовы, и мы чего-то вот ожидаем, преддверии чего-то. Господь говорит: я приду, когда никто не знает. Когда никто не ожидает. Аллилуйя. Но Он придет, и это нас радует. Мы ждем, мы ожидаем, и как написано в Откровениях, церковь сегодня взывает: «Ей гряди, Господи Иисусе». И вот когда мы туда придем, знаете, много вещей хороших произойдет. Во-первых, снимутся кое-какие ограничения. Помните, Иисус, когда последнюю вечерю имел с учениками, Он сказал: «Отныне не будете пить от лозы виноградной, доколе не будете пить новое вино в Царстве Моем». Аллилуйя. Многие вещи снимутся, будет много радости, много веселья, потому что мы придем в то место, которое мы ждали, которое мы просто всей душой нашей стремились туда, знаете, и это место будет, где мы будем поклоняться, будем петь, будем радоваться. Абсолютно разные люди, независимо от того, как мы сегодня на земле делим друг друга. Да? И мне в этом случае очень нравится еврейский народ. Знаете, он сегодня уже как-то оставил какие-то свои разности и просто радуется перед Господом. И есть такая песня, она называется «Хава Нагила», «Давайте радоваться», которую сегодня я хочу предложить вам, друзья мои, чтобы мы сделали такую одну из репетиций перед тем, что ожидает нас в небесах. Аллилуйя. Мы сегодня много имели хороших песен о надежде, о любви, о том, как Христос родился. Да? А теперь давайте сделаем одну такую интересную вещь. В последнее время, когда я в церквах выступаю, я заметил интересные детали, я с вами поделюсь. Я даже камеры не боюсь. Я скажу откровенно. Знаете, евреям все с рук сходит, вы знаете? Особенно в славянских церквах. Если русский человек будет двигаться, ну, это как-то... А, евреи, ну, им можно. Да и знаете, после того, как я побыл в Израиле и безуспешно пытался найти свои корни еврейские, у нас в Бостоне, там недалеко, есть церковь мессианская. Я приехал туда, начал рассказывать, что вот пытался что-то найти, не нашел ничего. Одна женщина подошла ко мне после служения и сказала мне: «Алекс, не переживай, у тебя душа еврейка». И вы знаете, сегодня это меня так выручает. У меня душа еврейка, и никто не может меня осудить за то, что я делаю. Потому что душа у меня еврейка, не может она как-то хочется ей перед Господом раскрыться. Хочется ей воспарить, хочется взять крылья, как в Писании, как у орла, да? Пошире их расправить и полететь в небо высоко-высоко. С Господом можно, это не так, как в том фильме, что высоко поднялась птица, а потом упала на дно самого глубокого ущелья. Это не так, с Господом так не бывает. С Господом ты только поднимаешься во славе Его, амен. И что я хочу сказать вам, я хочу вас вдохновить. Поищите, покопайтесь, может, вы где-то тоже евреи там, в душе, да? Вот сейчас первые аккорды начнутся, да, а вы хоп в себя там, еврей, не еврей там. Хорошо, Хава Нагила!
лишь одно.